Хорошая атака получилась на правом фланге у хозяев. Вот этот пас, разрезающий от Перейры на Маркова. И Марков все правильно делал. Чуть поточнее сыграй. А так уже получилась уходящая передача от Вандерсона. И Черенчиков сыграл достаточно надежно. Гол! Вот вам пока смотрели повтор. Вышли на прямую трансляцию и увидели уже мяч в сетке. Забил Никита Бурмистров. Ну вот статистика не врет. Говорят, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Вот здесь статистика не подвела. Бурмистров, как же так получилось, что он мяч-то получил абсолютно один. И опять за спинами Мартыновича и Тубича. А, вынос обычный. Да, так играть в обороне, как сыграли краснодарцы, нельзя. Ну а дальше уже было дело техники. И Никита Бурмистров с левой ноги отправил мяч мимо Александра Фельцова и вывел Амкар вперед. 1-0. Действительно, с 15 по 30 минуты Амкар забивает чаще всего. Это уже, получается, восьмой гол Амкара в этот отрезок матча.